И почему ты еще не на стримах Hell Yeah Play? Диорама Backrooms. Окей. Кому это вообще интересно? Мне. Да не, на самом деле я спокойно к этому отношусь. Но прикольно, прикольно. Туалет почти готов. Артём, уже нет смысла добавлять, может, через 10 минут. Мы сейчас, наверное, последнее видео смотрим. Мы сейчас уже пойдем играть. Рулетка была примерно на час, как я и говорил. Реально сортир делает. Больше на бассейн похоже уже. Ну так она и делает плавательный бассейн, который был посвящен Backrooms'у, интернет-мему, который стал мировым феноменом. Там же было все написано. Чат. Бассейн походу. Сидят, расследуют. Все написали они. Английский не понимать, да. Прикольная ножка осьминожки. Когда стрим Brawl Stars? Я не планирую стрим Brawl Stars, бро. А, нифига себе, это вот такая штука стала после засушки. Ого! Кстати, блин, прикольно. Видели? Блин, мы успеем досмотреть? Ну прям вот в упор. На самом деле я предлагаю ускорить чуть-чуть. Соглы? Чё, досмотрим уже до конца? А скипать нет смысла, ребята, потому что мы уже потом все равно идем играть. Блин, классно, конечно, текстуру придает с помощью вот этого клея или что это такое. Мда, донат решает. Магазин, ты вообще о чем? Какой донат? Что ты несешь? Просто что ты несешь?
приветствий мир пришел поддержать тебя. Лучший! О, мням-мням. Персики. Почищенные. Классно, на самом деле, да? Прикольное хобби у человека. Прям. Но для этого хобби нужна скиллуха. То есть нужно нарабатывать не только приемы того, как создавать определенные текстуры, местности и все вот это вот, но и, в принципе, художественное видение, потому что знание того, как сделать, недостаточно. Нужно уметь это сделать не криво, а красиво, чтобы это вся эти текстуры и так далее, все это выглядело хорошо. Причем, учитывая, что в некоторых моментах, вот пока она делает эту работу, по сути, нет права на ошибку. То есть, вот, залил что-то немножко неправильно и так далее, и, ну, и как бы... Надо под это все подстраиваться. Красиво, блин. Правда, конечно, такие предметы дома места не напасешься. Куда это потом все ставить? Выбрасывать жалко. Ну, продать, наверное, можно, конечно. Там, выкладывать каждую работу, говорить, что вот, можно купить. Да, типа... Сабдвать! Мур-мур-мур-мур! Да всем посрать, лучше пошли смотреть норм видос. Да, держи в курсе, аноним. Эх, я занимался, но сейчас не времени и возможностей. Продавать за дофига, как эксклюзив, потому что такая одна в мире ручной работы. Не все, что одно в мире, оно должно стоить дорого. Понимаешь, это немножко не то. Вот когда роликсы делают какие-то часы, которые одни в мире, это одна ситуация. А когда ты просто сделал... Понимаешь, я сейчас тоже слеплю из пластилина какого-нибудь дерьмодемона и скажу, ну он и один такой в мире. Но он по факту будет такой один. И что дальше? Все, $1,000,000 цена. Цена определяется не только тем, что она одна, а определяется такими моментами еще, как трудно ее воспроизвести такую же, из чего она состоит, и куча-куча других вещей. Такие вещи не могут стоить дорого. Вот, поэтому их просто никто не купит. Не, они могут технически, да, как-нибудь стоить дорого, там, украсишь бриллиантами, там, еще чем-то, а сделает такую диораму не какая-нибудь там ютуберша, а какой-нибудь всемирно известный художник, или еще что-нибудь такое, тогда да. Блин, ну классно. Сколько бы ты отдал за такую штуку? Честно говоря, нисколько, я бы не стал ее покупать. Да, Нека, да. Классно еще так с монтажиком сделали атмосферку. Плюс талассофобия. Да-да-да. И еще и страх ламинальных пространств. Кайф! Красиво!